Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу предложить вам мастер-класс по созданию композиции рождественской. Это будут светильники, сделанные в виде подарков. Какой материал для этого нам потребуется? Для этого нам потребуются бамбуковые шпажки, нитки, кусачка, наждачная бумага, линейка, карандаш, лента для упаковки, клей и совсем небольшой кусочек нитки с иголочкой. Приступаем. Сейчас мы будем делать основу, скелет для нашего подарка. Для этого я беру бамбуковую шпажку и буду замерять то расстояние, которое нам надо. Я хочу сделать небольшую коробочку. Она у нас будет, дно и верхушка у нас будет квадрат 6,5 на 6,5. 7 на 7, прошу прощения, 7 на 7. А высота будет 8. Шпажку мы отмеряем очень внимательно, потому что от этого будет зависеть, перекосится ваш скелет или нет. Вот таких вот на 7 сантиметров нам нужно будет 8 штук. Мы вырезали, зачистили. Получается 4 штучки по 7 сантиметров, 8 штучек по 7 сантиметров и 4-8. Теперь начнем склеивать. Нам нужно склеить вот такой вот квадрат. Так, друзья, вот скелет у нас получился. Теперь мы будем обматывать нитками. Друзья, мы закончили обматывать, теперь нам нужно его украсить лентой. Эта лента сильно широкая для такого подарочка. Возьмем поуже. Эта лента 5 сантиметров. Она годится на большее. На 3. Отлично. Мы завязали, теперь нам нужно сделать сюда бантик. Ленточки у нас немножко, поэтому хочется сделать красивый бантик, шикарный, но из-за того, что у нас не очень много, сейчас я вам покажу, как я делаю. Я начинаю слаживать. Так, опять в два раза.
немножечко смещаем его. Теперь вот эту нижнюю часть мы должны стянуть. Наш светильничек готов. Наш светильничек готов. Теперь вот здесь вот мы раздвигаем ниточки и можем положить. Я ложу светодиодные, ну в данном случае свечка. Вон она стоит. Для нашей композиции я сделала 3 коробочки. Это у нас квадрат 10 на 10 полностью. Этот у нас квадрат 18 на 10. Ну и этот квадратик у нас прямоугольник 8 на 7. Спасибо, друзья, что вы были со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всего хорошего вам!